можешь своему братику гуакамоле привет передать? Здорово, гуакамоле, здорово, с кем он? С вишенкой. Здорово, вишенка. Ну, здорово. Не, ну человек просто, скорее всего, не сидит на Твиче, и он не в курсе. Ну, я не думаю, что это... О чем речь? Ну, иди сюда. Не ходи, да. Мне лень объяснять. Да. А можешь своему братику гуакамоле привет передать? Здорово, гуакамоле, здорово. С кем он? С вишенкой? Здорово, вишенка. Вот такая смешнявка. Смешная. Весело. Почему ты другую собаку никогда не показываешь? Всегда показываю другую собаку. Просто другая собака, во-первых, взрослая, во-вторых, весит почти 10 килограмм. И он не особо любитель запрыгивать на руки, и ему тут мало места. А этот мелкий, и он пока такой усидчивый. Вот. А с Триксом мы сегодня с ним хорошо провели время. Я его люблю, вы чё, просто, ну... Вы сами знаете, какой он. Он, во-первых, мне синяков дофига ставит. Очень много Трикс, потому что он тяжелый пиздец. Вот. Ну, не переживайте. Малышонка мы очень любим. Уехал вот именно. Блять, короче, мне надо, чтобы мне кто-то напомнил. Мне нужно очки купить. Очки, ну, не такие, а типа как компьютерные. Для зрения красивые. Я очень хочу. А, кипятканы ебалые. Еби его уже по свистку, блять. Тут. Красиво же свистел, тьё. Посвисти, дура. Недовольный Триксик. Пошёл у нас нахуй, не нравится. Он сегодня не в настроении вообще, малышня. Да, сегодня Трикс не в настроении проснулся. Иди ко мне, мою лапочку. Иди, мой живот. Вторую тоже сюда? Ну, мой, ну как конечно. Ты вторую возьмешь? Ну как? Ну какой пенис лизать, я сейчас дам. Ну, моя маленькая, недовольная. Ой, похрюкай, моя хрюкалка, моя любимая. Да. Ой, все, забирай. Ай-яй-яй, тяжелый ему давай, не нравится. Давай. Ой, тихо, здоровичок мой. И это, так по поводу распаковки что-то забыла сказать. Я вчера снимала распаковку, третью часть, 4 часа. И Лёша тоже изъявил желание там немножко поучаствовать в распаковочке. Так что, если будет третья часть, ай-яй-яй. Юль, что у тебя за шо... Ах ты, бля, какая опасность. Смотри, что здесь. Юль, что у тебя за шо... Фу, она жопы об ковёр. Ай, ёба. А вам не видно было? Видно. Фу, блядь, вон! Это пропитая мразь, которая уже, ну, даже не реагирует на спирт. Фу, блядь! Хорошки. Супермен. Потому что я! Хорош. Что сказала Глеб? Хорошки. Вот так вот! Let's go! Не смотрю. Ой, какая красивая. Не смотрю. Я смотрю. Минус Юля. Снимай штаны. Мальчики дает покататься за рулем своей машины. Ага. Это что было? О, да! Лайк! Сейчас расскажу там. Ой, дурачок лайкнул. Артоша, ну чё ты лайкаешь, брос? И знаете, что еще удивило? Там даже вот где шары же дуют. Ну, в клубах у нас в СНГ зачастую. Похоже на ду-ду-ду-ду. Нет, это, мне кажется, какой-нибудь Китай. А, Бангкок. Здесь шары падут, это просто поесть как будто. Там просто вот так они стоят там с табличками.
Дунь, шарик, малыш. Малыш, подушь. Тагил! Ладно, сейчас все сильно. Ой, эти очки мне подарили. Подарил один из зрителей, который встретил. Сейчас примерим, скажут, идут или нет. Нормально? Ебать. Алло. На зеленый. Шоу! Что это? Кругом, например. Давай, давай про меня. Постоянно орущий. Постоянно орущий. Потом озабоченный. Так. Плюс ограниченный. Спасибо. Я только недавно начал его заполнять. У меня тут камера, на которой должен был записываться влог, но он не записывается. Камера называют ZV-1. Профессионально. Это Илюха XL посоветовал. Да? ZV-1 — это хорошая камера. Он и дома, да, у меня такая же, если что. Это мне Леша подарил. Что? Это, конечно, жесть. Это первое. Второе. Лучше голый мылстрой или голая женщина? Голый мылстрой, наверное. Да, да, да. Скотина. Подожди, я в матрице, что ли, живу или что? Что ж было? Даже еще ничего не понял. Я тебя смотрел и без диплома остался. Поздравляю, красавчик, по моим стопам идешь. Так и надо. Нормального человека диплом, он только ограничивать будет в выборе. Понимаешь? Так у тебя диплом, ты конкретно будешь искать работу по диплому. О. А если у тебя нет диплома, то ты как рыба в океане. Куда хочешь, туда и плывешь. Ого, вау. Это вообще пиздец. Ребята, это не сперма, это жидкий латекс для грима. Ну, по-другому никак. Ну, вот как вы... Я, они что, у меня на воздухе должны были летать? Я не понимаю. У меня на воздухе должны были рога летать или что? Я давно хотел сказать... Чё? Пока. Что мечтаю о твоих сисечках. Хочу, чтобы вместо мышки были они. И делать в них бэр 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 бэр. Лера, 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 пожалуйста, дай мне, пожалуйста, я прошу тебя. Это наше первое свидание, Лера, прошу тебя. Лера, ты моя комета, меня зовут Глеб. Ну я не доктор рэпер. Люблю тебя, будто первая игра на иск... Осуждаю, не пойду, она сказывает, это не мое. О, сметаночка, 20% жирочек. Полис, энвис, фейхом. 5000, э? 5000 букет. Ты что, махвар, сухарно махзана за, блядь. Тот самый курьер, который ко мне с таким букетом приходит. Тюльпаны нахзы ногой. Ты что, махвар, сухарно махзы наза, бля, тюльпаны нахзы ногой. На фотографии еб*** там что было, блядь. Вашу мать, дана вашу мать, дана все, дана все, дана горит, дана не могу. Букетым нахзы ногой, бля. О, помусорил, надо поднять. На этот букет за 5000. С чем сяным варьёхом букета нахуй за ногой? Вот. Что? Цветы не виноваты, бля, еще и намусорил, блядь. Вот так лучше даже выглядит. Yes. No. Забанят, забанят нахуй. Выходим с этого режима, больше не играем. Больше не играем в этот режим. Админ мудак. Ветки кидает, блять! Ой. Он неплох, ебать, он неплох. Смиритесь, ребят, здесь, ну, типа, хорошо ловит. Что, блять, это за хуйня? What the fuck?
Что это такое, блядь? Чё, это машина Бэтмена? Что сделали? Ага. Сейчас бы девушка была. Так все нормально. Ёб твою мать. Натирает мои ноги с санными тряпками. Если чё, охуеть или нет. Справа он начал мазать маслом, а меня нет. У меня почему-то санная тряпка. Ну ладно, может это прикольная техника. А он понимает, что ли? Рубли за санной тряпки. Стас, я тебя отмодаю, нахуй! Да иди, ты вообще конченая мразь! Долбоёб! У меня же видеокарточка сгорит! Чё у него голос такой? Это Натрон, когда мы взорвали его дом в Майнкрафте. Нет, я... Вот она? Здрасте! Лёв, она улыбнулась, беги, беги! Да. Беги, улыбнулась, беги! Здрасте! Беги, беги, беги! Здрасте, такой вопрос, а вы меня узнали, наверное, да? А зачем вы улыбались? Здрасте, с камеры. Понял, Анар, иди сюда! Он хотел познакомиться, вы ему очень понравились. Чучело! Извините, мы пойдем. До свидания. Девочка симпатичная ты такая. Ты как, комфортно с девочками? Ты спускаешь, Лев, ты спускаешь. Лев спускает. Лев спускает. Лев, откуда спускает? Это изо рта. Ты другой изо рта, что спускает, блядь? Это просто сделал. Девочкам продемонстрируй свой пикап, и она скажет. И она скажет, я нормально. Я думаю, бросок. Нет, и она скажет, как настоящая девушка скажет, нормально это подкат или нет. Давай. Привет, нормально выглядишь. Ну, спасибо, но мне это, конечно, недостаточно этого. Так, дальше, давай. Спасибо, но мне, конечно, недостаточно этого. Блядь. Ну, спасибо. Иди, да. 52. Отсюда. А можно снять на нашу камеру? Да, да. На наш камеру, можно? Да, да, да. На наш камеру! Не, давай, давай. На наш камеру! Давай сейчас все сниму. Нет. Да сниму. Нет, вы что, я не вор, я осуждаю воровство. Я сфоткал. Точно, клянись мамой. Папой могу только. Он для... Он потому что он для меня дороже, чем мама. Ну ладно, давай. Мне как похуй на пахана. Я его рот ебал этого пахана. Я шучу. Вы чё, дебил? И заметь, я тебе ни разу запреток не донатил, а ты меня скипаешь и хуесосишь. Это из-за того, что я тебя отверг однажды? Сука, иди на! Блядь! Я вроде как успел, да, на поезд. Что это было? Там шарик дунул? Сука. Давайте полежим, отдохнем. Полежали. Чему я его не слышал? Вот это радиоактивное создание, блядь, из Чернобыля, можно мне не скидывать? Вот такое, котик, я не люблю. Понятно? Очень красивый. Твой? Всем девчонкам.
Надо его... Всем девчонкам нужен. Я уже его пушу, куда я ему дам? Я не перезарядила! Клянусь, брат, я обосрусь, если ты сейчас не в него фишь. Рена, давай, ну за**ал! Отменяю я на звонок, ты все мучаю. Давай, Хозик, давай, сиди нахуй, ну за**ал, стримлю я. Нажми, ну эту кнопку, блядь. Кто кнопку нажмет, тот черт, блядь. Ах ты проститутка. Кто кнопку не нажмет, у того жена шлюхой будет. Ищи тему из драйва. Нормально видно? Прикиньте, здесь какие-то банды обедают. Чё? Они просто сидят. Прикольно. Ой, котики. Какие-то они угрюмые. Я думал, это статуя. Смотри. Мне пи***ц не по себе стало. Чё? Чё с ним? Чё с ним котом? И зашёл, как всегда. Сорян, мужик, сорян, сорян. Ой, женщина, блядь, женщина, простите. Батя нас пугался. Покажу, как это делается. Ну давай, давай. Подай. Вот он, мужик, наш, русский. Да он самостоятельный у нас. Кто он? Он слабенький просто, сил нет. Да кто он? Давай. Однажды один старец сказал: бахнем. Бахнем. Бля, за нас. Да. Собак. Я бы хотел объехать селок много, с пиздою сливаясь. Ну что за песня? И подрочить. Ну что за хочу песня? Хочу даже без ногой. Ой. Внутри, внутри, Диманчик. Вроде можно резать. Он инфу дал. Бурек! Блин, бля, да я думал, есть, прикинь, он не видел. Вроде, не уверен. Лучше смог дать. Смока. Блять. Куда? Блядь. Какой флэштаг. Я и так умираю тут.
Сейчас, репери, вообще света. Подожди секунды. Ой, я лег вместо... Блин! Лег, все, мне хана. Лег. Я запутался в кнопках, да все. Ну, господи, ну... Это вот специально как... Диман, ты во время секса теряешься? Да, в пизде. Ты вот херни несешь? Бля, на желтых кнопках настал. Это хае, Диман! Мы с Диманом были на зеленой метке в доме, нет? Не-не-не. Ты был правее на два дома от моей метки. Ладно. Тебе дали инфу, что в дом зашел, но... Ну ладно! Мне дали инфу... Да что за... Ух, бля, да что ж... Что у него за тиктоки? Я не понимаю, это сколько нужно смотреть такие рекомендации, такие тиктоки, чтобы реки такими стали? Что тварь-то, бля? Он еще жалуется, что у него в Инстаграме такие же рекомендации интересные. Вот прям неспроста, это просто так не бывает. Ну, рилсы тем более. Я да. Лайк. О, нет, блядь, как Кодлив. Господи, блядь, шлюха дырявая. Бля, пиздец. У меня просто с каждым рилсом сердечко начинает ебашить нахуй. Ой, я что-то пропустил, походу. Да-да-да. Нормально то, что у него тут цивилизация с обезьяны до человек. Эволюция его. Эволюция, похуй. А как он сказал? Стой. Нормально то, что у него тут цивилизация с... Цивилизация. Обезьяны до... Человек. Цивилизация. Эволюция его. Эволюция. Вот ты примерно там в самом начале. Цивилизация. Там нет, мне кажется, даже. Иногда бывает то, что я сижу, что-то начинаю яйца мять, а у меня этот Ликс на стримит, а у меня, ну, писька в руке. Ты недавно на стриме говоришь, что ты не дрочишь. На этом. Нет, я не дрочу на стримерши ни на кого, ну просто бывает, ну ты не, у тебя не бывает такого, сидишь, просто там писюн зачесался, и потом бан, и пошла, поехала. Бля, чуть-чуть размять. Что? Пожалуйста, скажите, что никто из вас так не делает. По крайней мере, из уважения к моему стриму. Не делайте так, пожалуйста, сидите спокойно. Да нет, прекращай. Ну не надо. Ну, тихо. Нет. Бывает. Ну вот, а потом смотришь, блядь, у тебя Лик стримит, и ты как будто бы этот... Не Варик. Да ты... Чё за хуйня, Ваня? Да слышь? Ты текстурами берёшь? Чё за бред? Ватя, ты... Чё за хуйня? Ты с говном рубишь, всё, я ливаю. Чё за бред? Да, всё. Three, two, one. Ну всё, блядь. Я промахнулся, мать! Ебать, ты сильный, нахуй. Сюда! Ой, у меня вышло, у меня свернулась игра! Да нет, у меня свернулась игра, нечестно! Блять, у меня свернулась игра, Диман! Давай, тренироваться давай надо! Давай еще раз, Диман! Да все, погнали, все, у меня рука устала, погнали! Бля, какой козел! Я что-то очень медленно еду. Ебать! Индийский фильм? Замедление. Спасибо за сам. Давайте посмотрим, что там. Алло. Что здесь можно покурить, что накурило? Ну, короче, надо, чтобы накурило, пацаны. А, какое чувство? Так, блядь. Три. Угу, я понял. Какое чувство ты хочешь? Воу, хэппи, yes. Happy. Главное, чтобы не убило, мужики. Если... Yes. Опыт. Хангин, Yes.
Заза. Я понял, скидка на третье 15%. Наркоманы, конечно, ё-моё. Сколько предлагают. Пацаны, я хоть выживу? We have smoking room, if you want to use. Чего? А. Че, мне завернул с вами или че? Что же будет? Ага. И че сделать? Спасибо, спасибо за сам. А че делать? Че за хуй комната на... Нихуя. Please, smoke this room. Че я хотел сказать? Я это курю, потому что мне прописали это в медицинских целях. Вот, поняли? Проснулся, дал зазу. Мне нужно лечиться. Вот, из-за этого я это не пропагандирую. Прикольно, что вы все улыбаетесь. Блядь, че ты капу отправляешь? Всем похуй на твоих. Ну, типа, прикиньте, чел отправляет этот смайлик, типа, он вообще долго. Ебать! Я вообще не понимаю. Он уже все. Типа в интернете всю жизнь было ли че? Этот смайлик не пишет дети. Дети пишут на этого динозавра отправляют. Дебилы. Кто динозавра этого отправляет? Ебаного, а это пиздец. Смайлики дефолтные. Динозавр и бесплатные смайлики отправляют просто нахуй долбоеб. Потому что они даже на Твиче никого не смотрели. Они даже не шарят, дебилы. Просто отправляют динозавриков. Просто потому что у них есть динозавр. Долбоебы. Блядь. Я сейчас сделаю прямое заявление. Из стримеров всех спалю, кто курит траву на ежедневной основе. Мару Камоле, Братишкин, Хесус, Эвилон, Стая, Хозяева, Фрейм Теймер вообще нахуй. Вот, я буду всех. Таги! Вот видите, а вы мне не верили, я никогда не курю. Пронесло, в смысле так, потому что нечему проносить, это чистая правда, я ничего не употребляю. Ладно, шучу, шучу. Да если никого нет, и че? Просто... Это солнышко, я лежу, Эй, you can see the pictures and the image. Recognize when you feel it start to